Природных пожаров на Ямале нынешним летом меньше, но расслабляться не стоит. Профильные службы призвали ямальцев соблюдать меры противопожарной безопасности в лесах. В настоящее время на территории Ямала зарегистрирован один очаг локализованного пожара площадью 2 гектара в зоне Красноселькупского лесничества. В его ликвидации задействованы силы и средства Красноселькупского поисково-спасательного отряда. Добавлю, силами и средствами Ямал-Спаса в течение месяца потушено 42 природных пожара.